подготовленное молоко поставляется сюда. Вот каждую базину наливается. 670 носится закваска, носится фермент, и оно поехало примерно до 40 минут созревается. Дело в том, что для России промышленное производство вообще первый уникальный продукт. Это уже брынза. Это брынза. Она чуть плотнее и чуть солонее. Очень многое сделано для этого города. Не потому, что это моя родина, а потому, что это был пример для других таких же городов, как мы их будем развивать. И уже так, как здесь в Орше, мы их развиваем. Типа Борисова, Молодечно, Барановичи и другие. Мы этим путем идем, тем путем, который мы нащупали здесь в Орше. В следующем году мы эту эпопею закончим и уже будем с вас спрашивать на всю катушку результат. Знаю, что вам, наверное, что-то еще надо построить, сделать, но это уже вы будете делать сами при небольшой поддержке государства. Потому что кроме Орши еще есть у нас областные центры, есть городские поселки и агрогородки, где надо работать, и там работы немало.